Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь.
Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Зона невесомости.